Опять. Тоже нету? Нормально, да? Так, я сейчас сторожу, смотрю на время. Будем работать четко по времени. Ну что, все нормально, идем по графику. Сидим и отдыхаем спокойно, никто нас никуда не гонит. Ничего здесь в мире не случается. Сегодня праздник. Еще раз скажу, что обычно повторяю. Ребята, спокойно сидите, пейте, закусывайте, на меня не обращайте внимания. Я постараюсь вам не испортить аппетит, это все, что я могу сделать. Значит, в первой части я очень много спою старых песен, которые писали мы еще совсем в молодости, может быть, неожиданных. А потом, как бы гуляя, там перейдем на более серьезные. Когда год назад мы встречались в такие же дни ноябрьские, и я спел песню про Бонифация, которая называлась «Футболист, хоккеист и балбес». А потом вспомнил, что у меня была еще одна песня про Бонифация, которая называется «Наш общий друг». Наш общий друг по кличке Бонифаций пошел служить в ракетные войска. Не осуждайте, если вам 17, свалять несложно в жизни дурака. Он и не хотел командовать и строить, боеготовность не желал крепить. Искал друзей, чтобы было ровно трое. Потом искали, где б ее купить. Но он закален в сражениях картежных. Он мог не спать 3 ночи и 3 дня. Немало баб в любви неосторожных чуть не сгорели от его огня. В РВСН такая дисциплина, любому впору ноги протянуть. А в голове то Оленьки, то Нины, пить или не пить, ударить или поснуть. А ну ударь, а ну-ка вдарь попробуй, а то матерись машинным языком. Гори огнем и служба, и учеба, мы с Бонькой здесь, а третьего найдем. Наш общий друг по кличке Бонифаций пошел служить в ракетные войска. Не осуждайте, если вам 17, свалять несложно в жизни дурака. Обычно я на выступлениях пою только свои песни. Иногда песни с какой-то чужой мелодией, но с моими словами. А вот сейчас я решил спеть одну полностью не свою песню. Я даже вообще не знаю, кто ее написал. И вряд ли кто-то в этом зале знает, кто мог написать эту песню. Эта песня относится к странному разряду строевых песен. Вообще, строевые песни, они, конечно, по-своему глуповаты, но это особенно строевая песня, она вообще глупая. В ней вообще никакого смысла нет. Но мы ее очень любили. И когда мы были курсантами военно-инженерной академии имени Дзержинского, то есть Академии ракетных войск, мы ее пели как строевую песню. Вот представьте себе, что идет толпа обормотов, и если особенно идет далеко, где-нибудь там в загородном полевом учебном центре, и бесконечно поет одну и ту же песню. И, кстати, она в строю получается очень хорошо. Вот послушайте просто так, чтобы кто ее помнит, то ладно. Остальные пускай удивятся, что есть странные строевые песни. Не могу играть я струнах, ты порвала первая жизнь.
нашей нить. А теперь тоскуешь, что такую душу не смогла понять ты и даже оценить. Больше, чем подругой, ты могла бы стать женою, нежной, доброй матерью. Ты могла бы стать, а теперь стоишь ты между ними мною. Даже не подруга, ну как тебя назвать? А теперь стоишь ты между ними мною. Даже не подруга, ну как тебя назвать? А у людей веселье, все они гуляют, захмелев от радости, все они поют. Ну а ты несчастная, ты к кому преклонишь, ты к кому преклонишь голову свою? Там много куплетов, все петь нет, не буду, не могу играть я на сердечных струнах. Порвала первая жизни нашей нить. А теперь тоскуешь, что такую душу не смогла понять ты и даже оценить. Учились мы очень по-разному. Я, например, учился довольно плохо и даже хотел уходить из академии, и уже были все документы подписаны, но потом один умный генерал, начальник нашего политического отдела, генерал Решетов, вызвал меня и сказал одну фразу. Я думал, воспитывать будет. Он говорит: «Витя, ну ты и дурак». Я говорю: «Генерал, почему я такой дурак?» Он говорит: «Дурак и все». В общем, я в академии остался. А я к тому, что, значит, учились мы по-разному, да. И были люди, которые хорошо учились. В том числе вот присутствует здесь Юрий Заскалько, наш отличник. У нас в казарме мы с ним рядом жили, я ему одну из песен посвятил. Она не то, что про него, но им навеяна. И он мне разрешил, чтобы я сегодня ее впервые за многие годы, да вообще впервые спел на публике. Он спортсмен, он отличник. Он газеты читает, он огромнейший спец в целом ряде наук. Я же целыми днями лежу и мечтаю, вот бы бабу найти, чтобы баба и друг. Он воспитан, он скромен, он добрый, он нежный, он без вилки и воблу, небось, не сожрет. Я же точно скажу, я обоих зарежу, если кто-нибудь Людкой моею пройдет. У него вроде все, ему нужно немного, у него над кроватью Эйнштейны и пусть. У меня над кроватью сирена Ван Гога. А вчера я напился, и завтра напьюсь. А вообще мы были как бы необычные ракетчики. Ну, как бы не в прямом смысле, не сидели под землей в шахтах там около ракеты, не нажимали кнопки. Хотя потом многие из нас и стали этим делом заниматься. Да и я какое-то время послужил под землей.
Вот. Но в основном у нас была электроника и вычислительная техника. И большинство из нас были как бы эксплуатационщиками, операторами вычислительной техники. Но потом среди нас завелись программисты, и, как всегда, возникла конфликтная такая ситуация, да, между людьми такой рабочей, можно сказать, профессии и людьми как бы мыслящими. Вот была такая песня, в которой очень много терминологии про вычислительную технику, но она сейчас потеряла всякое значение, потому что в персональных компьютерах этой хренотени уже нету. Поэтому я не поясняю терминологию, так все понятно. Не спит четыре дня, судьбу свою кляня, двоично-десятичный слышен мат. В глубинах ЭВМ, среди тысячи систем, ошибки бьет печатный автомат. А программист всегда здоров и весел, в кафе Арбатском хлещет он коньяк. Ошибка есть, спасибо, что не 10, ведь кроме женщин все вокруг пустяк. Дым хлещет из АУ, взорвалась блок МАЗУ, пришло в негодность все от ЦБУ. Ни сердцу, ни уму, и ни в одном глазу. И оператор звонко крикнул «Прррррр!», а программист опять здоров и весел, в кафе Арбатском хлещет он коньяк. Ошибка есть, спасибо, что не 10, ведь кроме женщин все вокруг пустяк. От Минска 22 собрали мы едва 14 ферритовых колец. Сгоревшая дотла машина полегла, и оператор с ней нашел конец. А программист всегда здоров и весел, в кафе Арбатском хлещет он коньяк. Ошибка есть, спасибо, что не 10, ведь кроме женщин все вокруг пустяк. Да, но потом, конечно, кто-то из нас, наоборот, стал программистом, кто-то эксплуатационщиком. Вот тот же упомянутый Юра Заскалько, он стал блестящим программистом, написал 4 диссертации и все для начальства. А написать для себя у него времени не хватило, видишь ли. Вот. И мы потом изучали, я изучал разные машины. В какой-то машине, в каком-то программировании мне запомнились подпрограммы, то есть это часть каких-то программ. Опять не буду пояснять, я просто решил сделать эксперимент тогда в молодости. Соответствие программирования и реальной жизни, в том числе жизни лирической, любовной. Песня про подпрограммы. Мир записан в подпрограммы, заключен в двоичный код. Счастье, горе, мелодрама, безусловный переход. Сброс регистра, обнуление, инвертирование слов. Влюблены, к чему волнение, под программа останов. Ослабела сила воли, раскаляется феррит. Вот программа, вот с контролем, вас от брака сохранит. Вы запутались, не помня, сколько люсь и сколько свет. Не беда, вам выдаст номер под программа. Паритет. Вы сегодня пили шибко, не грустите, кто не пьет. Под программа сброс ошибки вас в свою постель вернет. Так не устраивайте драмы с кодом выборки сердец. До последней под программы отключение, конец. Thank you.
Ну вот еще помню с тех времен, у меня было одно желание в творчестве, в смысле. А желание было такое, написать песню, которая бы одна выражала собой бы весь смысл нашей военной службы. Поскольку служба наша, особенно по нынешним временам, бессмысленна, то это должна быть песня, лишенная всякого смысла, но она должна быть обо всем. Так, ребята, вы очень близко около микрофона, поэтому вас слышно сильнее, чем меня. А у меня должно быть чуть-чуть сильнее, чем вас слышно. Не намного. В ХБ беззащитного цвета среди Родины вечно в долгу могу покорить всю планету, а выпить в строю не могу. Заряд в заряднике, снаряд в снаряднике, штыки в штакетнике, патрон в стволе. Судьба фатальная, смерть моментальная, душа в отдушине, а я в земле. Защитник великой державы, я мир на земле берегу. Стреляю налево-направо, а выпить в строю не могу. Заряд в заряднике, снаряд в снаряднике, штыки в штакетнике, патрон в стволе. Судьба фатальная, смерть моментальная, душа в отдушине, а я в земле. Заряд в заряднике, ну и так далее. Еще помню тогда, когда мы росли и учились, было очень много, такая мода была протестовать, там песни протеста, про что угодно, против партии, правительства, там, против плохой погоды, против ракетной ядерной войны. Вот я сейчас пою две песни своих, песни протеста против ракетной ядерной войны. Одна песня про удачный протест, а вторая про неудачный. Вот про удачный. Мы собрались на пельмени, мозговой армейский трест. Эни-бени, эни-бени, эни-бени рест. Все разведчики из интерпов скакали с мест. Что решим мы, твинтер, финтер, финтер, финтер жест. А с Лубянки едут танки, эни-бени фыр. Вы, мол, тише, чтоб в загранке думали про мир. Вот мы сели, выпили в присест. Эни-бени окосели, твинтер, финтер жест. Мы сейчас еще по разу, эни-бени ух. И крылатые заразы, твинтер, финтер пух. А потом без всяких лекций чуть добавим, чтоб их мобильные эмэксы, эни-бени стоп. Ну, а трайденты под лодки, твинтер, финтер, буль, мы заманим русской водкой на мель в Ливерпуль. Вот они и без триады, и не бей, не мем. А у нас с вином порядок и пивко в уме. И с горючей этой смесью, твинтер, финтер, мать, мы в Нью-Йорк, мол, выпьем вместе, хватит воевать. Вот как можно, эни бени, вывести мир из тьмы, если сядут за пельмени светлые умы. А вторая песня про неудачный протест. Встречайте Новый год у телевизора. Вам женщина станцует в парике, пока моя ракетная дивизия еще не переходит в ПВБГ. А перейдет и все вокруг изменится, окончится бравурный перепляс, и женщина красивая оденется в красивый номерной противогаз. Я телек унесу бомбоубежище, я сяду возле черной кнопки пуск. Изделие изящное и нежное,
в Америку отправит срочный груз. И в этой вот дуэльной ситуации, покуда не дошел ответный залп, я на экране радиолокации увижу танцевальный телезал. Танцуют минитмены и титанчики, сержант, Поларис, Атлас, Посейдон. В Америку звоню, здорово, мальчики. Физкульт-привет звучит в ларингофон. Я спрашиваю, как изображенницы? Олрайтушки в ответ, and что у вас? Изделия находятся в движении, and мы пустили весь боезапас. А я кричу, какую вижу женщину? Они кричат, не слышим, повторим. Телеэкран до черточки уменьшенный, со мною синим пламенем горит. Встречайте Новый год у телевизора, вам женщина станцует в парике. Но знайте, что ракетная дивизия готова к переходу в ПВБГ. Перейдет и все вокруг изменится, окончится бравурный перепляс. И женщина веселая оденется в красивый номерной противогаз. У всех насморк, у меня тоже, что и хуже других. Ну правильно, наливайте за здоровье. И за мое тоже. Вот, ну конечно, у нас было много песен, переделок, то есть на чужую мелодию писали свои слова. Вот я одну такую спою, даже не песню, а куплет, вы их, конечно, узнаете сразу же. Это из фильма «Гусарская баллада». Мы поднимаем дружно чаши, и среди коек в нашей спальне пьем вино. Сюда ходить начальству страшно, давным-давно, давным-давно, давным-давно. В казарме ловим впечатления, плюем на мир через окно. Ведь мы не ходим в увольнение, давным-давно, давным-давно, давным-давно. Ни офицеры, ни солдаты, нам даже пить запрещено. Мы были трезвыми когда-то, давным-давно, давным-давно, давным-давно. Девчонки ждут нас у порога, но заскучав, уходят с кем-нибудь в кино. А мы любили их, ей-богу, давным-давно, давным-давно, давным-давно. Кричит комбат, срывая глотку, но столб найдется на дороге все равно. Имел он твердую походку, давным-давно, давным-давно, давным-давно. Мы книжек много прочитали, по матанализу, термеху и ино. И, может быть, мы что-то знали, давным-давно, давным-давно, давным-давно. А жизнь коварна и лукава, нам постареть, конечно, тоже суждено. И вспомним мы, как жили славно, давным-давно, давным-давно, давным-давно. Виктор Глебович, вопрос к Йорке. Давай. Кинчики твоего поколения знают, что такое 8G38? И 8К63. Ответьте. Пожалуйста. Тише! Прием Карибского кризиса. Пуска. То есть неподвижный комплекс.
Так. 11 листов. Там кто спрашивал, у него допуск есть, нет? Так, ладно, я тебя тоже могу спросить. Это Вадим Акулов, это самое. Он у нас и вправде был сейчас слишком умный, поэтому его отправили за границу. А тем более еще и фрейтор, да. Хотя и из Карибского кризиса. Так, так, вернемся к нашим баранам. Стоп, стоп, стоп. Я еще не доработал обязательную программу. Так, кстати, Евгений, ты за каким столом сидишь? А, там, да? Сейчас, сейчас. Ну, вообще, я хочу сказать, что в то время не только и фрейтор из Карибского кризиса, а и нас воспитывали неплохо, неплохо, неплохо. Даже в академии, я помню, вот у нас был первый начальник курса, такой, хочется даже назвать, Закурдаев Юрий Петрович. На самом деле был военный моряк, он командовал крейсером на Северном флоте. Но потом дослуживать пошел, там, вернулся в Москву. И он, и его друзья, тоже полковники, все, они нас обучали, в том числе каким-то песням почти белогвардейским, там, «Взвейтесь, соколы, орлами, полно горя горевать». Я, кстати, не понимаю, почему соколы должны взвиваться орлами, а не какой-нибудь другой птицей там, да. Вот, но все равно это было там очень здорово. И нас как-то все-таки воспитывали в уважении и к советской армии, и к царской армии, и к белой армии. Вот это кажется странным, но это действительно так было, было, было. Ну вот одна из песен, которые после этого у меня появились, где отзвуки вот наших воспитателей. Ах, пуля, конечно же, дура, но это еще ничего. Пьют штабс-капитан из главпура с корнетом из войск ПВО. Кремлевские звезды в оконце опять обратились в орлов. Восходит трехцветное солнце из красных советских углов. В музейном Успенском соборе гремит литургия опять. И значит, за Черное море нам скоро пора отплывать. Сбежится с окраин Союза орда голопузых господ, стреляя в осевший от груза отчаянный наш теплоход. А впрочем, куда торопиться, товарищи штабс и корнет, еще мы успеем напиться и в землю зарыть партбилет. Ах, пуля, конечно же, дура, но это еще ничего. Пьет штабс-капитан из главпура с корнетом из войск ПВО. Пьет штабс-капитан из главпура корнетом из войск ПВО. Все нормально, идем по графику, только гитара расстраивается сейчас.
Кто меня звал? Чего? А, это хорошо, давай. Спасибо. Ну и все-таки не могу не вспомнить казарменную жизнь. Вот если мне тогда кто-то в начале 70-х годов сказал бы, что ты будешь это время вспоминать как самое счастливое в жизни, я бы, конечно, назвал его полным придурком, да? А вот сейчас, когда уже прожил за 60 лет, я понимаю, что это действительно время в казарме было самое счастливое время в моей жизни. Я не к тому, что все должны ходить строем и жить в казарме. Но вообще для мужиков какое-то время пожить вот так среди нормальных мужиков – это прекрасно. Итак, песня про казарму. Ну, у нас, правда, были интересные казармы. Я как-то уже рассказывал, значит. Одна была на набережной Мариса Тореса. Это прямо напротив Кремля. До нас и после нас это называлось и называется Софийская набережная. А вторая казарма была на Садовом кольце, на Садово-Спасской. На Садовом, на Мариста... А, нет, чуть пониже сделаю. Сейчас человек прыгнет. На Садовом, на Мариста Реза, удивляясь на самих себя, редкий день мы выглядели трезво, алкогольный ужас возлюбя. Курим, пьем и, усмехаясь криво, рассуждаем, что такое мир. Жизнь понять поможет только пиво, да советской Честерфилд Памир. Говорим о будущем и прошлом, не имея нынешнего дня, только в поведении нехорошем нас не надо очень обвинять. Мы вообще-то за любовь и нежность знаем толк в театрах и стихах, только вместо идеалов прежних в наших душах нынче суета. Говорят, по своему влечению мы пришли в секретные пока, раз такого в общем назначением, раз такие в сущности войска. Бог простит нам наши прегрешения на земле, а может, вне земли. А пока есть женские колени, водка, вина, пиво, жигули. А пока есть девичьи колени, водка, вина, пиво, жигули. Вот песня почти о том же, только о том же смысле, о судьбе военной, только более серьезной. Называется «Помолись за Россию». Помолись за Россию, в гильзах сплющенных огни затепли, чтобы ветры их не загасили, не засыпали бы горсти земли. Бог простит маловеров, всех ослепших, всех заблудших простит. Но темна судьба офицерам, кто Господний свет не сохранит. Помолись за победу, как предобразом над картой всю ночь. Божий промысел нам неведом, сатанинский мы вольны превозмочь. Помолись за солдата, дивен Бог своих святых и бойцах, умирающих, брат,
за брата, воскресающих в наших сердцах. Помолись за Россию, за всевечную ее правоту, лишь бы мы огней не гасили, и звезде служа и кресту, лишь бы мы огней не гасили, и звезде служа и кресту. Тельняшка. Под грузом лет, кому не тяжко, отрады мало в седине. Моя десантная тельняшка уже давно не служит мне. Ее в дни юности бывало на берегу реки родной набрасывал, как покрывало, на плечи девушки одной. Дрожали синие полоски девчоночьих, касаясь плеч, и поцелуев отголоски перебивали нашу речь. Я в ней прошел, пусть небольшую, но настоящую войну. В ней возвращался в город Шую, в свою любовь, в свою страну. Еще не раз после Афгана я в ней летел сквозь небеса, и штопал хлопковые раны, уже не веря в чудеса. Нашу гражданскую рубашку и не заглядываю вдаль, но ту десантную тельняшку и ту любовь немного жаль. Но ту десантную тельняшку и ту любовь немного жаль. Вообще хочу сказать, вернее, даже не хотел сказать, сомневался, но не так все хорошо и розово, и красиво. Хорошо, что нас награждают, но я вот никогда не забываю, что командир первого нашего подразделения, которое по земле вошло в Афганистан, просидел в тюрьме достаточно долго и сейчас сидит под условным. Человек, с которым я дружил и работал в «Правде», который потом даже был министром нашего российского правительства, сейчас, кстати, присутствует в этом зале, находится под судом. Меня, когда 3 года назад смертельно заболела жена, и мне нужен был загранпаспорт, меня под любыми предлогами его не выдавали много месяцев, а мне нужно было везти жену лечиться за границу. Хорошо, что потом дали, хоть в Сирию смог слетать, медаль получил. И все это без всякой коррупции, без денежных намеков, только за то, что мы русские, и мы хотим жить на русской земле и защищать ее от внешних и внутренних врагов. Только за это. Пусть красные звезды в Кремле погасили, пускай над Москвою царит воронье. Но если мы жить не смогли для России, давайте сегодня умрем за нее. Быть может, на свете есть земли красивей, где небо безоблачно легче житье. Но если мы все же родились в России, давайте сегодня умрем за нее. Пускай нас невесты
вернуться просили. Однажды не сдержим мы слово свое, и если в бою не спасем мы Россию, давайте сегодня умрем за нее. Пусть красные звезды в Кремле погасили, пускай над Москвою царит воронье, но если мы все же родились в России, давайте сегодня умрем за нее. Не, Вадим, не обязательно умрем. Мы выживем, победим. Песня. У нас осталось 5 минут. На 2 песни. Одна песня, можно сказать, объявление. Это песня о журналистах. О специальных корреспондентах, просто для информации, я обычно выступаю здесь 2 раза в год, в апреле и в ноябре. Ноябрь, я думаю, сделаем традиционную встречу, как бы с акцентом на ракетчиков и на военную службу. А в апреле, примерно в середине, точный день пока не знаю, какая-то суббота в середине апреля, я хочу сделать вечер с акцентом на журналистику, свои журналистские песни. Там есть и интересные, веселые, и грустные. Вот. Так что, если кто-то что-то посмотрит там в интернете, где-то в середине апреля встретимся. А пока спою одну журналистскую песню. Был на севере и юге, в Конотопе у подруги, был на западной границе, на Курилах и в Баку. А теперь летит в столицу, очерк должен получиться. Но чтобы очерк получился, нужно первую строку. Вдохновенный труд народа в счет 2000 года. Агроном стоял отважный, нет, наш газик встал в пути. Или встретить на заводе, или что-то в этом роде. В общем, плюнул, взял бутылку, чтобы ту строку найти. И нашел бы, спору нету, но бутыль была с приветом. Черта рожица кривая показалась из горла. Выпиваешь? Выпиваю. Воспеваешь? Воспеваю. А в какой газете служишь? Да плохи твои дела. Черт задумался уныло, и куда тебя носило? Сел бы где-нибудь в Мытище, ну и вызвал бы меня. Репортажик строк 1500, закусив духовной пищей, об успехах 5-летки накатали бы в полдня. А теперь тебе неловко, ты ведь брал командировку. Нагляделся чертовщины, тут такого воспоешь. Бытовщина, матерщина, штурмовщина, дармовщина, а критическое, знаю, полагается под нож. В этот вечер черт не скоро распрощался со спецкором, только черт-то был подкован, потому что день спустя считан, сверен, согласован, очерк был опубликован, и спецкор, похмеляясь, улыбался, как дитя. Ну, чтобы нам осталось время на отдых, я пою пока последнюю песню. Ну, крайнюю. Мой дом — ракетные войска. Я родился на БРК, но головная часть моя была без зипа. И я валяю дурака, люблю и пьянствую пока. Люблю до одури и пьянствую до хрипа. Шинель повыцвела уже, я на последнем рубеже. Но есть гитара и невырванные зубы. Ведь я за мир стою в душе, ведь мне Даяны и Маше, и даже Мао одинаковы сугубо. Но я защитник и оплот, меня ведь партия ведет. И говорят, что я давно един с народом.
конечно, пью, а кто не пьет, ракета знает, сколько жрет, а ничего, летит во всякую погоду. Конечно, пью, а кто не пьет, ракета знает, сколько жрет, а ничего, летит во всякую погоду. Мой дом — ракетные войска, я родился на БРК, но головная часть моя была без зипа. Запасные инструменты и приборы. И я валяю дурака, люблю и пьянствую, пока люблю до удури и пьянствую до хрипа. И я валяю дурака, люблю и пьянствую, пока люблю до удури и пьянствую до хрипа. Спасибо. Так, ну до хрипа не надо, но в принципе я предлагаю выпить, покурить, закусить. 15 минут отдыхаем и занимаемся всякими нечестивыми делами, потом работаем.